Все это снято не для широкой публики. Индустрия уничтожения, способная поглотить не сотни, а целые народы. Я буду с тобой откровенен. У многих после разгрома под Сталинградом сдали нервы. Ну, допустим, мы проиграем войну. Но рано или поздно найдется юнец, который напялит отцовскую каску, скинет руку и выйдет на улицу. И все начнется сначала. Нет, Иван. Исход войны уже не имеет значения. Время сделало выбор. И то, что ты видел теперь, это образ нашего времени. Врешь, Ольц. Время, оно не с вами. И даже если когда-нибудь найдется подонок, который выйдет на улицу в твоей каске, он далеко не уйдет. Оставим будущее в покое. Людям, которых ты видел, уже не поможет ничто. А тем, кто еще не попал туда, можно помочь. Это мог бы сделать ты, Иван.